Вот эта белая бутылка в перекрестии. Вот эта зелененькая. Вот будем работать по вот этой белой. Плюс-минус до вот этого куста показала 181 с копейками, 182 метра. Так, ветер слабый, боковой, с 7-8 часов. Вот по воде видно, как он идет слева направо. Здесь еще рельеф сложный, поэтому он где-то в одном направлении, где-то в другом. Так, уменьшаем кратность, чтобы увидеть поправку по сетке. Лейка мне порекомендовала 12,4, а стрелок мне порекомендовал 11,7. Ну, хорошо, сделаем 12,4. И по ветру мне стрелок рекомендовал 3,8 для этого ветра. Возьмем удержание для ветра. Ну давай так, троечку возьмем. Троечку в горлышко, левую часть бутылки. И 12,4, то есть вот этой точкой мы будем целиться под бутылку. Так, проверка уровня завала. Есть. Есть. Сильно втягиваю за переднюю рукоятку. Сошек прям с земли. 12,4. И вынос. Так, я говорил третьим. Вот так вот. Точка 3,5 прямо в центре бутылки под бутылкой. Перелет и ветер переоценен. Так, значит, сделаем, как рекомендовал стрелок. Так, вот эта бутылка в перекрестии. Берем 11,8 и берем 2 на ветер удержания. Вот как бы второй мил, более высокой рисочкой. Вот этой рисочкой буду целиться под бутылку. Под центр бутылки. Проверка уровня. Уровень в норме. Есть попадание. 182 метра. Перелет и ветер переоценен. Есть попадание.